Интерес к фигуре Ленина, мне кажется, будет расти, потому что здесь очень важно, чтобы, может быть, скорее со временем мы забыли о нем как о политической фигуре. Потому что именно вот эта политическая окрашенность имени, ну, что совершенно естественно, заставляет впадать в крайности. То есть одни люди безоговорочно принимают и личность, и то, что Владимир Ильич Ленин сделал, другие категорически не принимают и уже не хотят видеть ничего вообще просто реального. И вот этот накал, он сохраняется. Вы знаете, вот совсем недавно вместе с военно-историческим обществом на нашем музее Симбирской классической гимназии была открыта мемориальная доска. Одна доска, посвященная и Ленину, и Керенскому. И вот для меня лично это было событие очень значимое с точки зрения того, что наконец-то политика уходит. Что наконец-то два этих персонажа, которые стояли по разные стороны баррикад, для нас становятся одинаково интересными, потому что это наша история, и один, и другой. И не хочется делить здесь, да, а наоборот, хочется как-то найти вот это понимание и точки соприкосновения, почему одни поступали так, почему другие поступали так. То есть снять вот этот политический накал. И мне казалось, что открытие этой доски просто, ну, совершенно замечательное вот с точки зрения примирительной вот этой позиции, которая открывает вот эту новую страницу понимания деятельности, жизни самой фигуры Владимира Ильича Ленина как прежде всего исторического персонажа, как персонажа важного для нашей истории. А оказалось, что мы столкнулись с удивительным для меня мнением, как вы посмели. Как вы посмели на одной доске, то есть казалось, что то, что прямо уже давно-давно должно было утихнуть, не утихло.